А потом они решили Костя. То есть, где он живет, рядом у него магазин. Ну, пошел в магазин, который закупку делать, и потом телевидение зашло. Они им там рассказали это, говорят, что это плохо делать продавцам. Ну, продавцы говорят, ну да. На следующий день к Королькову приезжает человек и говорит, это... А, сначала ей ночью позвонили с полиции. Королькова это кто? Наталья Александровна. Ну, трезвости здоровья. А, ну, слышал. Позвонили с полиции и говорят, это, скажи, чтобы москвичи здесь нет. Лучше, говорит, пусть они уезжают, не надо их парташу пускать. Они говорят, ну как я им скажу, это же Москва. Приезжает к ним дядя, он говорит, это, я, говорит, вас, пожалуйста, прошу, не надо. Она говорит, ну, я ничего не виноват. Он говорит, ну, понимаете, я вас, пожалуйста, прошу, не надо. Вы поймите, что вот реально не надо. Что алкоголь там, да, нелегалка, ну, это в натуре крышует кто-то это. Она говорит, ну, с москвичами разговаривать. Соответственно, им да вообще насрать, что там в деревне побывали. Самое интересное, вот Костина, вот эта вот ферма, да, хозяйство, и вот там несколько магазинов, кого он просто взял, не просто фаршмачил, пёр. Конкретно впёр, да, конкретно впёр. Не, это поступок достойный мужчины, я ничего не говорю. Но как бы, если он сам... Там же. Да, да, зачем? То есть сам он там отоваривается. Ну ладно. Это да. Тоже паленой водкой. Ну, да. В итоге, в смысле, все равно вышел, да, репортаж? Хорошо, я не знаю. Я посмотрел бы. Не знаю, это не после этого Лобанова начали крепить. Лобанова крепить начали по другой теме. Ну, по предпринимательской. Да, да. По выделению земель, да. А влепить скажут, да все они виноваты. Давно уже пора его влепить. Когда же наш любимый Лысенко? Михаил Анатольевич, да? Михаил Анатольевич? Вот не вольный? Да. Нет, нет, нет. Нет? Михаил Анатольевич? Я уже забыл. Потому что... Мне кажется, Михаил Анатольевич. Я не помню. Когда же вернется наш, как он, человечище. Так, ну что, теперь моя очередь. Дим, ты сделал? Да, я понял, что нет. На 3 месяца, как мне и говорят, лучше не нагружать. Рука, да, сказала? Да, прям маски больно, да. Ну, тогда вам, парни, осталось чуть-чуть. Я пока на этих, ты, Дим. Да, что делать? Прям 5 минут. Кого я буду собираться. А, собираться? Отдыхаешь, да? Тогда ходу. Не-не-не, я 5 минут вот эту штуку и буду собираться. Это, меня подождешь? Да. Далее. Ну, потихоньку собираемся? Да. А ты что на меня так зыркнула? Так сказала, меня подождешь, как будто я тебя не смогу довести. Я просто спрашиваю. Таким этим? Нет, чтоб тебе-то, ну, здесь, другую, чтоб тебя не гонять уже лишний раз. Потому что время позднее, у нас завтра... Ты помнишь, родная, что у нас завтра подъем? Нет, не помнишь? Нет, я туда. Как? Ну, завтра спать. Как так? Не еду я никуда. Как? Завтра вторник, завтра вообще движений. Немерено движений. Вот, мы сегодня хотим пораньше поспать, давай. В баньке, да, тоже? Сейчас, да всем хочется поспать. Да я сегодня всю ночь не спал, у меня с дочерью с температурой, ну, мы с ней там на ушах. Плакала? Ну да, ворочается все, вот это вот, скулёж. Как вообще самочувствие у них? Тяжко? Да вот ты знаешь, вот ночью вот она прям это, что-то прям, ну, плоховато. А в ночь обострение, да, в ночь идет всякого? Да, она прям вот аж поставила. Блин, это тоже, короче, порвалась уже, ладно, дадим. А днем носится с температурой 39 по квартире, как будто, я не знаю, как будто энергетика отпилась. Что, друзья, узрейте силу чего-то там. Как же называется правильно, как мне Серега сказал, ну как правильно, по-научному, альфа-гравити, вот, альфа-гравити. Вот эти штуки. Гравити-холл, альфа-гравити называется. Вот это вот? Да. Самые клиники блатные, крутые. Но это еще давно, когда Петя меня на штабе увидели. Ну, наркоманские, да, крутые, да, клиники. Да, да, да. Парняк говорит, Сережа, ты что, людей лечат от Герыча вот на твоих этих педлях? Я говорю, я не знаю, что там кого лечат. Он говорит, дед,
У нас от героин-то я маленький был. Что там? От героина точно дед нас не лечил. В среду в общественную палату. В среду в общественную палату? В Севе? Не в Севе, а к Марцев. А к Марцев? Ландо? По Солнцевороту. Погоди, а когда его будут проводить? Через 4 месяца. Подготовка надо уже начинать. Это же какое мероприятие? Ну можно, но они-то бухают там. Мне не нравится, кто они кто бухают. Мне не нравится. Там прикольные девчонки. Солнцевороте? Как они? Солнечные лучи, это все пускают, как это называется, там, расслабляются, там это вот. Ну ты была солнцевороте? Да нет, просто знакомая там. Тоже она занимается йога, вот, йога. А что за йога смеха? Я не знаю, она просто йогу какую-то ведет, что-то там. Просто у нас кто организаторы, это наши, ну, друзья, вот, знакомые. И организаторы тоже, да. Как я понимаю. Рассказывал мне, приезжай, я говорю, куда мне там ехать, что там тут делать? Он говорит, посидишь там, солнце, на солнце погреешься. Говорю, мне гор хватает. Гор? Да. А где ты в горах греешься? Ну, у меня есть такая традиция. Каждый Новый год выезжать в горы греться. Нет, каждый август я в горы ухожу. Куда? С кем? Ну, знаешь, я... такого Стаса Кургана? О, что-то у нас знакомый. Петрушков Александр Семенович. Петрушов только, да, простите. Конечно, да, конечно. Ну, из той же всей мафии. Только Петрушов, он Петрушов, матерый. Петрушов хитрый. Горник. Да. Я с ним ходил, с Петрушовым, с его командой, мы на афиши ходили. А Стасик Курган тоже с ними. А, ну, значит. Это вся команда с 9-й школы. Вот, ну, да, мы, значит, знаем. Петрушов нет. В свое время он в России светился. Ну, да. А Петрушов это тот, с кем я боролся на этом, на Тавриде или как она там. Который, вот, говорит, сильный черт, я говорю, сам черт. Да, он такой на дерзкий, Илоге. Мне нравится Петрушов. Не на Илоге, а на Балашова или Балакова, куда мы там. Он говорит, казак, пойдем поборемся. Ну как это, Балашова, где мы, курорт, Хвалынск. А, нифига себе, так далеко давно, да. Туриада. Да, Туриада, да. Он говорит, казак, пойдем поборемся. Ну, а он датенький. Да. Я говорю, ну давай, такой бах-бах, такой, что-то не знаю, сильный черт, я говорю, сам черт. Он такой, и все, я его за брюхо ущипнул, и он расстроился и не захотел больше со мной дружить. Я подтверждаю наше присутствие или нет? 6 часов среда? Да. А так они квасят, все собираются в этом кафе, как ой, я честно не хочу. Я полгода детишками занимался туризмом, потом просто не потянул из-за времени. Вот я с Петрушевым, у него была завязка. Я в турклубе Рараве, Саратове, в Аградном. Аравия? Мы там были, Рараве. Да, вот. Кстати, будет большое мероприятие в мае, мы планируем его, то есть я там это тоже 10 лет турклуба. Вот, интересно. Вот я как бы с ним хожу. Но я также и ходил в одиночку, вот мы в прошлом году на зимой с Диманом парнишка на Эльбрус ходили. На Эльбрус, нифига. Я дважды там. А я служил передо мной, Эльбрус вот так стоял, в Ставрополь. Ты не дошел, да? Да зачем там караул на самый дальний, караул самый тяжелый, вот Эльбрус. Мне как говорят, говорит, Серый, смотри, это вот это вот, это Эльбрус. Или погоди, или я путаю, нет, Эльбрус. Ну, две сиськи. А? Одна большая, другая маленькая, как у женщины. Погоди, а Эверест? Эверест это другая тема вообще. Эверест больше, и он никак не в той степи, где Эльбрус. Я, знаешь, я, у меня вообще топографический критизм. Короче, я служил в Ставрополе, ну, одно из мест. Эльбрус. Эльбрус, да, все-таки, да. Ну все, значит, Эльбрус видно, да. Да, это, значит, это крайняя точка Северного Кавказа. Степь, вот передо мной глазами. Mm-hmm. И громадная просто стоит это вот. Степь? Это, ну, ты случайно не был на... Там есть такое интересное место, называется оно Долина Эммануэля. То есть там такой плато. Ну, степь, да. Ну, плато, наверное, да, не степь, все-таки плато. Но там еще рядышком, если она прям запомнится, там заброшенный немецкий аэродром, который не был в горах, вот там все. Ну, по горам лазили, туда не ходили. Стоит. Нет, я это, не особо любитель таких путешествий, хотя нравится, но... Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ах, это хорошо, а что плохо. Такое тоже бывает. О, вот так еще лучше, все. Добейте меня. В прошлом году в Турку ходил месяц по тайге. А, по тайге, в Урале были, в Урале. Месяц в Урале. Ох, тема вообще. Опа! Хоп! На-на-на! Хоп-хоп! На-на-на-на-на-на! Так, уголочек держим.
по-любому. Ну, по-любому. Ну, на сегодня, я думаю, хватит. Ух, я даже уверен, что на сегодня хватит. Денис, этот, иголку для насоса посмотришь? Мячик накачать. Хорошо, сейчас горячая вода. Кто тебе звонил? Что там у него случилось? С ребрами. Боксер? Вечный. Боксер, да, звонил? Вечный боксер. Так, на завтрак готово даже все? Да. Кому завтра надо будет? Я сегодня сделаю, распечатаю тебе, сфоткаю, ты посмотришь, и потратишь, если нужно будет, я поздравлю, чтобы завтра я не трогаю. Да, завтра надо будет этой, на Брянскую отвезти. Вот это? Ну, хоть, да, примерное расписание, или показать. Вообще нет. Кто там на Брянске-то? Татьяна Владимировна, да, есть такая, если кто там? Да там разные. Там разные есть. Мы до сих пор должны, блин. Рванина, который там вот стоит при главном входе, я сделал. Кованые навесы все. Кованина, да, хорошая. А, над пандусом все, там все. Все. Вот это же я делал. Если скину, то сегодня запись. Давай. Мы все обещаем приехать, подкрасить все это дело. Да вот можно заехать. Я в том плане, а почему ты говоришь, что это не то для Брянской? Ну вот смотри, сейчас покажу, пока что есть.